у 32-летнего Павла Прилучного и 31-летней Агаты Муцинеицы подрастают двое детей. Сегодня дочери артистов исполнилось 4 года. Звездный актер сериала «Мажор» поделился с поклонниками снимками именинницы. Павел показал, какой Мия была крохой, и как теперь подросла. «Было стало. У моей красотки день варенья», — написал в Инстаграм счастливый отец. Многие поклонники обратили внимание, что девочка очень похожа на маму. Копия Агата. «С днем рождения, малышку, очень на маму похожа. Мамина дочь, прямо копия. Вылитая Агата. Красавица, счастье малышке. Одно лицо с мамой», — прокомментировали кадры фолловеры. У артистов также подрастает сын Тимофей. В прошлом месяце ему исполнилось 7 лет. В конце февраля Муцинеица сообщила, что они с супругом решили развестись. По словам актрисы, расставание было без склок и скандалов. Звезда закрытой школы отметила, что по-прежнему любит Павла и за все ему благодарна. Прилучные и Муцинеица тайно расписались 19 июля 2011 года в одном из московских ЗАГСов. Агата официально взяла себе фамилию мужа, а ее девичья фамилия Муцинеица стала творческим псевдонимом. В прошлом году супруги пережили кризис в отношениях. Пиар-менеджер актрисы рассказала, что супруг избил ее. Полиция подтвердила факт вызова в дом звездной пары. Супруги пытались спасти брак. Павел подарил жене романтическую поездку в Италию. Затем пара побывала в Канаде. Однако сохранить семью звездам не удалось. После новости о разводе Агата изменила татуировку, посвященную Павлу Прилучному. Поклонницы осудили актера за распад семьи.